Сейчас Юля вывернет из-за угла, и вы увидите ее чеботы. Смотрите, гляньте на нее. Можно у вас поинтересоваться, откуда вы едете? Что ты говоришь? Поинтересоваться, откуда вы едете? В Тафеле, наверное, была. В Тафеле. Дали, да. Сегодня ж, по-моему, вторник и среда. Ой, по пятницам и средам. И вторникам. Ой, по пятницам. Ой. Все перепуталось. На радостях, потому что много всего. Потому что сейчас можно делать заявки, и дают все, что за заявки пишешь. Три и дают. Три сумки, два песка, а в сумках все, что я люблю. А как тебе так? Ты заказала? Сколько ты заплатила? Нет, я ничего не платила. Даже снизилась цена. А, это сегодня акция? Да. Щедрая. 50 центов дают, можно заплатить всего. А ты заплатила? И выбираешь все, что хочешь. И в любом количестве? Да, если бы у меня было бы еще две руки, я бы еще две сумки притащила. Ну просто у меня нет уже, это сильно тяжело. Устала. Так может мне тоже пойти? А? Может мне тоже пойти? Ты там знаешь, как хребут все? Да. Ну они просто посмотрели, что ты в 25 градусов этих монет. Нет. Я не могу. Я ей говорю, ты в школу в них будешь ходить, зимой и лето. Она меня так разозлила, прикиньте, одевает. И говорит, ну ладно, я один раз их одену только. Ну потому что мне хорошо ходить, особенно в Тафеле. Они универсальные. Да, когда на улице Ляня, зима... во-первых, накинь пыль. Видела, что что-то они выкрыли. Они, он, ой, там подошва ой, оторвалась. Наконец-то. Наконец-то. Выбросить ее. Что, пошли? Ну, пошли. Будем смотреть, что есть сейчас. Это... Хочешь сразу открыть? Ну да, а то и не поднимется. Ну да, давай сейчас. Ну, вот видишь, у тебя 143. 143 сейчас замерили. Книжку пишу, у меня книжка есть специально. Угу. Я записываю свои данные. Сейчас. А у меня 109. А утром был 230. А у тебя утром сколько было? 189. Сейчас я вам покажу, что я купила. Так купила ли в Тафеле, да, или тебе уже определись. Ну за 50 центов, значит, купила. Был 2 айра, теперь 50 центов. В общем, всяко разное, все меняется на ходу. А вообще я оплатила карточкой в ближайшем магазине Эдека. Эдека. Так, ладно, давай запишем. И мы уколемся и покажем. И шли, и шли. Блин, передавила, наверное, на тачанке. Ну, как вот этот провод. Понял? Резинку. Резинку. И разбила, в общем, кефир. Не разбила, а выдавила. Ну, как выдавила. А ты его выбросила? Я выкинула. А, надо было показать. Прям что пустая, блин, Юля, все, паночка. Блин, и все намочилось в эти, как вот эти палочки мы купили. В общем, все намочилось, мы все это спустили, пока все повытирали. Что там, в общем, кульки пересыпали. В эдике палочки рыбные, 450 грамм, значит, 2,66. Хорошая цена. А так они почти 5 евро. Ну да, они нам нравятся. Их можно так в микроволновку, капусту потушил, потом сверху положил. Не в микроволновке, а в мультиварке. И хорошо получается вкусно. А, мультиварки же мы делали тогда. Да, помнишь, да. Мультиварки? Ну, их можно на сковородку, на маленький огонек. Они же уже готовы, их надо же только протушить. Да, не обязательно жарить, можно чуть-чуть их просто протушить. И она тогда... А там рыбкой пахнет так хорошо. Да. Не рыбкой пахнет, там прям кусочки рыбки, ну, в филе. Ну, хорошо, да, полуфабрикат невкусный, нам нравится, потому что здесь рыба дефицитная. Ой, мы вам еще пока... Мы же не показывали, что мы купили в турецком магазине эту баночку. Ой, не показывали, сейчас покажем, сейчас запишем и покажем. Ой. Вот, показываю вот это, что долма. Но это не мясо, а она вегетарианская такая. Там что-то рис, да, я так понимаю? Ну, рис, да. Вот. Я не знаю, что там еще и специи. В общем, мяса ничего нет мясного. И она вот это сам, вот видите?
Маринад вот этот. Маринад, он настолько кислый, и тут лимон нарисованный. Ну, я думала, что лимоном надо этот, ну, как выжать лимон, вы поняли, да? А это нет, оно уже с лимоном, оно такое кислое. Оно как бы вкусное, но я нашу люблю кислое, но оно прямо аж из кома. Такая, ну, капитальная. Я не знаю, но для меня это слишком кисло, прямо уж слишком. Так, что мы, значит, ну, поняли, да, что тафель это шутка, а то некоторые примут за чистую монету. Вот, вот такой раздавился, вот так, и оно прямо как открылось, так, передавило, наверное. Вот видите, и надулось. В общем, такой вот, ну, 55 арьян, не арьян, как сыворотка наша. В общем, так, теперь вот такой творожок, он был, в общем, уже 85 центов. Он очень вкусный, прям классный. Я его очень люблю. Овсяное печенье, вот, германское, мы еще не пробовали, попробуем овсяное печенье какое. Такие вот хорошие прокладки, вот это, Элка хорошая. Так, яйцо, как всегда, 30 яиц, хорошо, что не побили яйца. Я их несла. Что-то я бестолковая. Взяла так положить, ну положи их отдельно, ну я что-то думаю, знаете, не, мне не хотелось, чтобы сестра тащила сильно много тяжести. Так, две, значит, геркулеса, два купили. Надо еще, кстати, купить геркулес, который долго варится. Это не долго варится? Нет. Так. Долго варится, он в 3 раза дороже. А, да? Конечно. Ну, надо купить тогда. Этот 80 копеек или 70 копеек, а вот тот будет стоить 2 евро. Ну, который долго варится, он полезный, а это такое, не пойми что. Все, ну, такое. Нет. Все полезное. Я покупала в Кауфранге тогда помидоры, вот последний раз, по 99 центов. Ой, какие вкусные. Лариса пришла, тогда они действительно вкусные, очень вкусные. Сейчас мы еще салат я покупала, он до сих пор у меня валяется. Вот, он уже немножко пожелтел. Я его сейчас обработаю и сделаю салатик, потом нужно там помидорчик, в общем, как-то так. Теперь мы сейчас в Эдике купили помидорчики, вот. Еще не знаю, сколько Лариса тут. 1 евро 1 копейка. Вот, значит. Ну, 1 цент. Да. Вот, вот такой салат мы еще купили, 99 центов. Это Юля увидит на стенде и говорит, купи еще такой салат, хотя да. У нее лежит же салат. Ну, этот тот мы сейчас сделаем. Это у меня не салат, вот поняли такие вот листики такие с корешками. Ну, это же есть салат. Салат, да. Ну, вкусный тут сейчас немецкий. Производство немецкий. Не, я имею в виду производитель, ну, здесь сделано, на месте. Германия. Дойчланд. Так. Были такие вот, что есть волчонок. Вот такой большой пакет. Всегда покупали в Кауфланде. Нам Чапи не подходит, а Чапи мы плохо потом ходим в туалет, нам он никак, что-то, Чапи не то. А вот это вот мы всегда, и нету теперь в Кауфланде больших пакетов. Мы брали сколько, 9 там килограмм или 8? 7,5. А? 7,5. А, вот 7,5. А вот здесь кило 405 евро. Вот представьте, сколько это выйдет, если так брать по одному пакету, а ему надо как... А ты разные купила, да? Ну да. Это опять вегетарианское, да? Ну, я не знаю, как оно там. А то оригинал, а то... Надо было оригинал купить. Надо. Зачем ему? И тот нравится. Пусть да? Ест. Ну, в общем... Как он может быть вегетарианский, если он все одно и то же? Только там с горохом, а там с чем-то другим. А там с бобовыми. Ну, ему нравится, он хорошо кушает. Сейчас, и вот у нас уже заканчивается, теперь не знаю, как, может, по интернету посмотреть, может... А где а может в интернете такие? А я большие? Хотела ему заказать гастро тогда. Я хотела ему заказать 12 килограмм был по акции, роял канин гастро. Я что-то переживаю, это тоже не хочется. И тот. Вот он уже к этому привык, и ему хорошо, вот он ест. Да, ну надо поискать Пурину эту. Так. Там люди написали какой-то, я забыла посмотреть, написали, какой купить корм котам, что отличный корм. Надо, кстати, посмотреть в интернете. Да. Надо посмотреть. Так, еще вот 2 творожка. Вот. Вообще 4 должно быть. Ну, вот 4 их и есть. А. И мы вот такой сырок купили. Я в Украине брала вот такой сырок у нас.
был в акции. Ну, всякий разный, там, с перчиком, с укропчиком, зеленью. Очень вкусный сырок у нас вот этот. Я думаю, что в Германии он не хуже. И он не хуже Филадельфии. Вот эта Филадельфия мне не понравилась. Мы брали вот эту Филадельфию козий, а мы, в общем, в новостях говорили, что выявлено, кстати, очень много нитратов сейчас в клубнике. Вот, выявлено, что проверили там сколько-то, 15 объектов по всей Германии, и там всего лишь нашли, значит, в трех, что клубника, в общем, соответствовала вот этим вот. А все остальное с химикатами, с пестицидами, вот так вот. И про сыр Филадельфию, что, значит, если пишется, что это из козьего молока, на самом деле там никакого, всего 3% или что-то такое вот козьего молока, а все остальное... Это вкусовые вот это вот респекторы, все, в общем, добавки. А, добавки. Да, да, это я вот прям в новостях. И это вот тоже выявлено, вот это две новинки. Про клубнику. Слушай, они так пахнет, это было прям пахло козьим, невкусным таким. Да, я как раз ела, короче, козье Филадельфию. Думаю, о, и я ем, думаю, тоже вот это вот неполезностью. Вот прям вот это говорили, что, значит, ничего там хорошего, ничего полезного нет, хотя... Рекомендуют, говорят, ой, сыр Филадельфия, он практически один из самых лучших мягких сыров, на самом деле, вот именно про козий. Вот. Что слышала, то и говорю. Так, чего мы еще купили? Мы купили молоко. Обратите внимание на жирность. Так, а сколько жирности? И ты обрати внимание. 1.5%. А меньше нету. Ну, хорошо. И мы купили 3 капусты. Вот. Капуста хорошая. Капуста. €25. Вот еще один. Мы сейчас один, вот качаем, потом сейчас покушаем, порубим, прямо, наверное, прямо в это, да, с вами, мультиварку. Да. Мультиварку. Я делала себе вот это, в этот, такой рагу, когда Лариса лежала в больнице. Капусту, потом фасоль. Капусту вот это прям чуть-чуть потушила, ее так обжарила. Фасоль. Лук не жарила, туда лук сырой кинула. И у меня была колбаса. Еще у меня колбаса осталась, она замороженная. Вот. И потом я ее порезала колбасы туда. Вот. Все, накрыла, она у меня тогда протушилась. И у меня такое, оно такое вкусное получилось. Не борщ, а рагу. И вот это с фасолью, и колбаса дала свой какой-то... Ну, понятное дело, что колбаса она... Не полезно, но я думаю, что немножко можно добавить. В капусту нормально. Ой, такая вкуснятина вообще была. Вот но мы вот не будем, да, обжаривать сильно. Мы так это протушим ее. Я думаю, не надо. Насколько она протушится, настолько протушится. Да, вот так вот я делала. И вот эта фасоль, там тоже некоторые говорят, ой, зачем фасоль вот это вместе с жижей? А как ее вместе с водой? Ее там вода, это же есть самое интересное. А как? Ты типа того, что знаешь, это фасолькины выбирать, а воду слить. Чтобы это не дырат, ну это же уже, ну в общем, я не знаю, я, мне понравилось. Так, ну конечно, с водой. Да, вот, и все, вот, все, больше мы ничего не тратили, вот, и довольно-таки. Да, но мы же палочки купили. Да, и купили вот это вот палочек. И 2 песка. А, да, и 2 песка, вот. Ну вот у нас было 20 евро, и мы еще потратили карточки Ларисиной. Ну, честь, мы купили 14 пачек палочек. Да. Под, ну, вот это вот. С карточки я потратила. 36, в общем, 66. Ну, вот палочки мы положили в морозилку. Вот 2 пачки принесли, потому что они чуть-чуть в кефире вот в этом. Ну, потом тоже вот так их сделаем. А я сейчас хочу супа. А, да. Давай суп. Да. Нет, этот я делала тыквенный суп, очень вкусный. Сейчас Лариса попробует, просто за уши не оттянешь. И по кусочку мяса, да? И да, вот это и вот это хорошо. Я тогда сушила окорочка. Вот. Там все, у нас есть чего. Я людям рассказала, что ты вчера не кушала. Ты молодец. Вечером, когда я кушала. Конечно, я молодец. Почему я? Я всегда молодец. Я и когда не кушаю, вечером молодец. И когда вечером кушаю, я тоже молодец. Не поняла. И так молодец, и так молодец. Да. Ну, вот как-то так. Я же, как сказать, начался уже открыли бассейн, во-первых, у нас. Во-вторых, начался пляжный сезон. В-третьих, у меня уже есть красивый купальник.
которые надо выгуливать в бассейне. Все. А в-четвертых, ну ладно, промолчи. Юля заказала себе еще один купальник. Еще один купальник заказала, очень красивый. Этот красивый, а потом я их уже померяю, а вы скажете, какой лучше, когда придет. Вот. И юбочку себе тоже заказала. А еще у нас этот, если кто-то живет в Германии, у него большой размер, ну, такие, как мы, или чуть-чуть меньше, у нас Оля прислала брюки и кофточки, там мы можем вам переслать, ну, можем вам подарить. Потому что нам не подходит, ну, то есть, маленькие брюки. Так брюки одни, только не подходят. Ну, одни брюки. Еще кофточки вот тебе можем подарить. В общем, несколько кофточек и брюки. И есть еще брюки, которые присылала Хелен. Они уже на меня большие. Юля их не носит. Их то, но я их не одевала ни одного раза. Ну, а это не новые вещи. Да, Хелен, это Оля прислала, они новые. Хелен вещи не новые, так что это сразу, ну, это Хелен их носила. Ну, она прислала нам, большое спасибо. Мы тоже можем их, ну, подарить. Там джинсы есть, брюки. Они на меня стали очень большие, поэтому, ну, я ж не буду уже дальше поправляться. Так что вы напишите, если кто большой размер, кто первый напишет. Я хотела в Тафель отнести, потом думаю... Может, кому-то так. Хорошие вещи. Очень хорошие. Да. Может, вам будут нужны. В общем, такие пироги. Все. Будем мы подогревать суп. Сейчас в микроволновке быстро подогреем суп. Вот. Сейчас я сделаю быстро этот салат. Все. И вот суп, салат и по кусочку мяска. Угу. Еще мяско на вечер может остаться. Я не пойму, почему ты смеешься? Люди думают, что ты спиздеваешься. Бедику пришли. Вот я купил капусточки, возьму сейчас. Юля скоро потушит, у нее там есть колбаса с колбасой. Такую конусную. Ну, не буду брать. Помидоры вкусные. Только вот у нас дома есть. Здесь я не пойму. 1 килограмм 2,78. 1 килограмм евро 11. Вот эти. Взять их хорошие нет, и будут они евро 11. Тут всегда напишут, но неизвестно что. Но сейчас я посмотрю, евро 11 они или нет. Есть еще клубничка. Евро 99, 400 грамм. Что-то не знаю. Цена хорошая, но она мне не очень нравится. Картошку не берем, помидоры я взяла. Так, ну идем дальше. Ну, здесь всегда скудный выбор. Мясо не такой, как в Кауфланде. Поэтому пойдем глянем рыбку. И пройдем мимо. Это нам не нужно. Это нас не интересует. Вот палочки по хорошей цене. 2,66. Они вкусные, сильно зажаривать их не буду, а под крышечкой отлично, вкусненькие. Юля вообще молодец. Юля молодец, в отличие от меня, я вчера вечером кушала ножку и ножку, что-то еще, кусочек хлебушка. А она нет, она говорит, нет, я не буду, я не хочу. Ну, я считаю, это молодец. Сила воли. Юля ж когда-то похудела, у нее было 148, по-моему. И она похудела до 120. Не, мороженое-то мне интересует. Я хочу кефирчика посмотреть или вот этого. Как сыворотки наподобие этого. Колбасы тоже не интересуют. Так, в общем, пойдем на молочку и сыра взять на утро. Сыр я пожадничаю купить, когда в Кауфланде есть акция 10 евро килограмм, отличный сыр. Вот такой творожной, наподобие Филадельфии сыр взяла, хороший. И по 50% творог крупнозернистый, тоже классный. Так, что я уже много набрала. Мне еще надо песок, волчоночку. Корм. Еще надо много чего.
Много-много. Так, посмотрю здесь, что здесь меня интересует. Что меня может здесь заинтересовать? Вот, по 55 копеек.